заканчивается в дельте реки Эдна, являющейся национальным заповедником. Хорошие климатические условия, богатая природа, благоустроенные пляжи и обширная культурная программа сделали это побережье идеальным местом отдыха для всей семьи. Большую привлекательность побережью придает расположенный здесь тематический парк Порт-Авентура, являющийся одним из лучших в Европе. Новинкой сезона 2007 года является открытие нового, первого в мире аттракциона «Мистовый Баку» «Бок вина», где менее чем за 3 секунды вы получаете ускорение от 0 до 135 км в час, находясь при этом в непосредственной близости от земли, почти касаясь ее ногами. Есть здесь и вращение центра термальных вод. Более подробную информацию об экскурсии вы получите от вашего отельного гида, а также из информационных ресурсов и доставляющих первых туристов. Это и город имеет развитую сеть сообщений с Барселоной и другими городами Испании посредством железных и автомобильных дорог. В заключение, хотелось бы дать вам несколько советов, касающихся вашего пребывания здесь. Надеемся, они окажутся полезными для вас. Об отеле. По прибытии в отель предоставьте ваучер и паспорта в приемную отеля. Если вас попросят оставить паспорт в приемную, вы сможете забрать его на следующий день. Вам выдадут ключ от комнаты и гостевую карточку отеля. В ней указан режим работы ресторана, и она является пропуском в ресторан для всех проживающих в номере на весь срок пребывания. Напитки, заказанные во время обеда и ужина, оплачиваются отдельно. Если вы приобрели пакет All Inclusive, заранее проконсультируйтесь, какие услуги, напитки и продукты входят в него. При размещении в апартаментах помните о том, что надо оставить залог в приеме. Чаще всего он составляет 100 евро. Его вернут вам в обмен на ключ в день отъезда. В холле отелей находится информационная книга и стенд Натали Турс с информацией о режиме посещения вашего отельного гида, объявлениями и другой полезной информацией. Пожалуйста, ознакомьтесь с их содержанием. В конце вашего пребывания в стране, накануне отъезда, на стенде и в книге Натали Турс будет размещена информация о акционной книжке «Коста Дорада 2007». Если у вас возникнут замечания или предложения по поводу организации вашего отдыха, работы отельного или экскурсионного гида, обращайтесь в наше бюро, где к вашим услугам находится книга отзывов и предложений. Претензии по поводу работы служб отеля направляются непосредственно в администрацию отеля. В случае необходимости отельный гид поможет вам оформить рекламационный лист. Компания Натали Турс и Серж Туризм интересуется проведенным вами отдыхом. На обратном пути в аэропорт мы попросим вас заполнить небольшую анкету. Ваши предложения и замечания помогут нам улучшить нашу работу. Обращаем ваше внимание на то, что в ноябре... Это Елена Сергеевна снимает сама себя. Это ванна. Нормальная, хорошая ванна.
инвалид Бирби. Красиво. Это опять я. Это наш номер. Сашка бродит, ходит. Наши кроватки. Прыгни, миленько. Мягенько. Ну, о чем ты говоришь? Лечи спокойно. Я не на балкончик. Наш балкончик, наш балкончик. Море. Красота и память. Снимаю. А как я выпрямила? Мой. Вот это.
вам пистолета. Собор Саграда Фамилия. Собор Святого Семейства. Так, эти арены Великой Гаузы недостроены. Bueno,
Tutto con tutti i posti. No, 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 утро столовой. Угу, спасибо. Так, не извини, пожалуйста, пойдем позже. А где перемены, да? Что, ты говоришь? Ой, жми. Укатили. Ой, за кем-то едем. Снимай. Да. Что, там ничего? Не нашли в отеле. Thank you.
Я не где-то катаюсь, катаюсь. Может, это все? Это так, что потерялся. Где она не живет? Thank you.
тем, которого ты хочешь. Не знаю, как там получится, или нет. Иди, получится. Это Тазла Голла, набережная Тарагона. Да, я же говорю. Вот это дед. Тарагона, да? Может, Каталония, может, Тарагония.